Во время своего визита в Тверь советник президента России Владимир Васильев посетил набережную в Заволжском районе, где несколько лет назад по его инициативе была установлена спортивная площадка. Он проверил сохранность спортивных сооружений, пообщался с местными жителями. Подробности в нашем репортаже. По инициативе Владимира Васильева в нашей области несколько лет назад появилось несколько детских и спортивных площадок, воркаутов. Советник президента сам ведет здоровый образ жизни и поддерживает инициативы общественников по созданию спортивной инфраструктуры для занятий фитнесом. Уличные спортплощадки пользуются популярностью у горожан. На встрече с Владимиром Васильевым жители города поделились мнением о том, что еще нужно сделать для развития активного отдыха с детьми. Что вы сказали? Качели. Смотрите вокруг, ни одних качелей. Что говорит ребенок, да? Деревянный домик. Эксперт. И еще вот есть пожелание, говорит, деревянный домик. А еще может быть песочница. Тоже мне тут шепчут. Не мешало, для маленьких. Да, для маленьких, да. По мнению мам, Тверь нуждается в игровых зонах для самых маленьких детей, где будут установлены безопасные качели, домики и песочницы. Было высказано такое пожелание, чтобы больше использовалось дерево как материал. Гору? Да, нагревается. Обжигается ребенок. О металлические конструкции. Деревянные да. Нет. Поэтому вот тоже подумать есть над чем. Владимир Васильев заверил горожан, что проект по обустройству детских площадок он берет под свой личный контроль. Здоровье подрастающего поколения – один из приоритетных проектов развития регионов, обозначенных президентом России в недавнем послании Федеральному собранию.